А мы сегодня проснулись, а у нас дождь. Пока еще небольшой. Но он то усиливается, то перестает. Вот. Не знаю, как вам показать. Видите, где дерево хорошо видно. Ну и небо такое вот себе. Не знаю. Надеюсь, он не затяжной. Сейчас время 6:30 утра. Вот что сейчас там на море происходит. Там, наверное, шторм небольшой. Но это я вот снимаю издалека, с нашей улицы. Ну, видно, что такие прям гребешки. Мы все-таки выбрались на пляж. Что дома сидеть? Надо чем-то заниматься. Смотрите, вообще, смотрите, какая там красота. Я в шоке. Прошу извинения за ветер, конечно, он задувает в микрофон. Здесь оно реально все затопило. Сейчас сниму тапочки.